А вчера, 17 мая, исполнилось 50 лет известному тележурналисту Владимиру Мукусеву. И в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялся его творческий вечер. 17 мая в зал Центрального дома журналистов пришли друзья Владимира Мукусева. Те, кто ценит его деятельность, уважают его как журналиста и как человека. Можно очень спокойно и счастливо прожить жизнь. Это не вступать ни с кем, ни в конфликты, и стараться молчать, идти на компромиссы. Да вообще так стоять в стороне и смотреть. И быть счастливым. А можно, да, говорить правду, можно вступать в конфликты. И можно отстаивать свою позицию. И позицию точную и верную. И как бы быть из-за этого несчастным. А вот тут, я считаю, что надо эти два понятия поменять. Вот счастлив тот второй, и никакого счастья у того, который не говорит правду, не вступает в противоречие с кем-то и не отстаивает свою позицию. Вот я думаю, что он счастливый человек. Один из родоначальников программы «Взгляд», ставший впоследствии неугодным на центральном телевидении, Владимир Мукусев, тем не менее, продолжал делать свое дело. Творческий вечер он сопроводил историей телевизионной работы в кадрах и репортажах разных лет. Многие сергиево-посадцы знают Владимира Мукусева как ведущего программы «Стрелка» на телеканале «Тонус». На счастье, опять же, на счастье, в 1997 году меня пригласили в удивительный город, город Сергиев-Посад под Москвой. Участвовать членом жюри фестиваля телекомпаний под Москвой. Я с удовольствием поехал туда, не только потому, что крест наш, но и потому, что вообще Сергиев-Посад удивительный город. И когда я познакомился с теми, кто организовал этот потрясающий фестиваль, я понял, что как многого мы не знаем. В течение многих лет телекомпания «Тонус», а вернее целая фирма «Тонус», фактически стала таким, что ли, островом культуры во всем этом самом Подмосковье. И вот этот самый телекомпания «Тонус» предложила мне делать передачу, которая бы там выходила. Понятно, что это было не 250 миллионов, как когда-то во «Взгляде», это было, наверное, 1040. Это очень серьезная, так сказать, разница. Но, тем не менее, я понял, к тому времени уже, как я понимаю прекрасно сейчас, неважно, сколько людей меня смотрит. Вот сейчас меня смотрит 100 человек, и я счастлив. Так же, как я всегда счастлив работать в прямом эфире в Сергиевом Посаде. От фирмы и телекомпании «Тонус», от фестиваля телекомпании «Подмосковье Братина» юбиляра поздравил генеральный директор «Тонуса» Сергей Боков, вручив Владимиру Мукусеву главный приз фестиваля – круговую чашу «Братину». Владимир, вот я вручаю чашу, чтобы не увлекаться сильно. Здесь пускай эта чаша всегда будет полна разума и терпения, и нашей дружбы. Я поздравляю тебя, и вот этот главный приз – подмосковных телекомпаний наконец-то обрел и Владимир Мукусев, Кэми и всем остальным. Спасибо. У меня три дурных, вы знаете, я хочу вам рассказать о вашей телекомпании, у меня три дурных фактора. Дурная наследственность, дурная среда, дурное воспитание. Дурная наследственность, отец пьющий. Дурное воспитание, в детском доме воспитывался. А дурная среда, с Мукусевым дружу. И я хочу поздравить Мукусева с днем рождения. Кто Мукусев не любит, тот Филипп Киркоров. В свой вечер Владимир Мукусев делился всеми чувствами и ощущениями того, что пришлось пережить за годы работы журналиста. Как светлыми, так и суровыми мыслями и впечатлениями. Его сотрудничество с центральным телевидением в авторской программе «Третьего не дано» на канале ТВЦ, а было это год с небольшим тому назад, подтвердило отношение Москвы к журналисту. Все же останавливаться нельзя, и Мукусев продолжает работать, искать, узнавать, рассказывать. Прошел год, всех моих писем и мытарств я рассказал об этом со страниц «Экспресс-газеты». Ни одна другая газета не согласилась это публиковать. В ответ... Нет, не тишина. Из ТВЦ пришло письмо, где было написано несколько строк, главный из которых: «Мукусев — это сумасшедший. Чего вы его слушаете?» Может быть, я сумасшедший, может быть, я делаю семейные хроники, может быть, я делаю плохие передачи. Но мне поздно меняться. И я думаю, что я буду этим заниматься и дальше. А на каком канале, в каком городе, а может быть, и в какой стране, не знаю. Спасибо.